Так, ну что ж, мы здесь остановились, теперь нам... так, увеличить скорость, тормоз, задний ход. Гоним! Отказа, отказа! Я сам знаю! Не развейся! Может, сам поведешь? Где мы сейчас? В тоннеле! Едем по рельсам! Не сбавляй скорость, а то нас догонят! Быстрее уже некуда, держитесь! Я вот прям клавишу туда уже вдавил ее. Что это? Нас пытаются сбить с воздуха. Одно прямое попадание и все. Верного коня его величества. Так просто не остановить. Перегали у нас крепкая штучка. Ты главное види. Держись, дружка. Ебать. Ёбаный ты в рот. Так тупо врезался. Ты сраные бочки. А... Простите. Excuse me. What the fuck? Не, ну... Ну это же не серьезно. Ну чё вы? Вот как? Почему на этой игре не предусмотрено? Блядь. Серьезно, вот я на бок встал и все. Я нихуя сделать не могу. Тупо нихуя. Чё за бред? Спасибо. Только, блядь, опять не бежать нахуй автобус. Ой, в поезде, блядь. Давайте сразу на машину. На регалию. Сука. Что за дерьмо такое? В бочке нихуя врезался, блядь. Унесло куда. Легко. Изина. Проще парень на репке. Что в жопе растет, да? Ну давай, блядь, быстрее. Активированы меры безопасности 4-го уровня. Да, все ворота закрываются. Давай. А мы гоним, все зашибись. Да. Газа, отказа! Ты ж наш. Я сам знаю! Не развейся! Может, сам поведешь? Где мы сейчас? В тоннеле! Едем по рельсам! Фризер. Перегали у нас крепкая штучка. Ты главное иди. Держи стружку. Ты только повись. Во-во-во-во-во. Он так резко останавливается, что просто пиздец, обосраться. Закрывается. Ты! Давай, старушка. Во-во-во.
чё-то старухи пиздец пришел? Да вы чего? На больше ее не хватит. Больше не надо. Папан ездил. Отец. Спасибо за все. Мы что, правда заявились в столицу без оружия? И без гарантии, что кристалл сможет защитить от всей этой орды демонов. Придется выяснять на своей шкуре. Все равно обратного пути нет. Так, там что-нибудь есть? Что-нибудь там сияет, мигает? Да, что-то есть. Нет, каракулу. Что ж ты сейчас-то, блядь, не бежишь? Точнее, что ты его сейчас за руку не тащишь. Эта махина в любой момент может рухнуть. Идем скорее. Идите сюда. Кем вы пойдете? Владимир Сини и Игнис Ноктис. Ноктис, я же за него играю. Учитесь на главе за ним. Я остался совсем один. Это ты опять. Мне нет оружия. Знаешь, для имперского канцлера ты слишком больной на голову. Демоны, чего ты пристал? Оставь меня в покое. Все катится к чертям. Что ты дверь, дебил, не закрыл? Что, тебя склонять к власти, да? Одеть его? Моя прелесть, мое сокровище. Тьфу. Исчез. Да что ты, блядь, на кольцо всего лишь.
Время пришло. Время пришло? Кольцо Люциев таит в себе три мощных заклинания. Первое из них — смерть, отнимающая жизненные силы врага и восстанавливающая за их счет ваше здоровье. Как они сюда попали? Да ты... А чё за... Кажется, здесь есть проход, и я смогу забраться наверх. Чё ты такое? Чё не делал? Воу. Жахнуло прямо душу. Что мне делать? Без понятия, честно. Вообще не помню, что нам делать. Нахуй темно-то.
по всем. О, так неужели наконец-то? А здесь можно спокойно отдохнуть. Пойти другим путем. Ну-ка, в смысле? Ага. На стуле сел так. Так. Я обследую другой, да, путь? Здесь что-то большое, блядь, раз. Так что тут, блядь, светло там. Ёб твою мать. Как тихо. А где же все? Сюда я пока не могу, да, попасть?
Ну вот, теперь путь к лифту открыт. Так, а что если я сейчас выберу других чуваков? За короля и друга. Блять, ох уж эти загрузки. Давай. И куда дальше? Нам надо бы вперед, да только там полным-полно демонов. Нокт сражается с ними один. Мы должны отыскать его. Может, я помогу? А ты-то что здесь делаешь? Я всего лишь принес дары. Это что? Дары! Неужели вы мне даже спасибо за это не скажете? За что еще? За твои дурацкие фокусы? Я от всей души, поверьте мне. Ну уж простите. Ему нельзя доверять. Да. Вот только оружие мы все же возьмем. Очищение. Мне следовало быть осторожней. Если с Ноктом что-нибудь случится... Нельзя двигаться вперед, постоянно оглядываясь. Думай не о том, что мог или не мог, а о том, что можешь сейчас. Ты прав. Прошлого не вернешь. Наверняка тоже может. Сдается мне, канцлер не настолько щедр. Почему же? Хоть она притворяется другом.
но уже успел доказать, что он нам враг. Толпу разъебашил, да? Так, вот локация все та же, да? Но здесь что-то, блядь, случилось. Повлечет за собой арест или иные формы дисциплинарного взыскания. Это объявление будет повторяться вплоть до урегулирования ситуации. Благодарим вас за понимание. А ситуация — это мы или что-то другое? Полагаю, второй вариант. И угроза очень серьезная, раз уж объявили эвакуацию. Все эти сообщения помогут нам разобраться, что творится снаружи. Так, а за этих чибисов здесь отдыхать нельзя, да? Да, блядь. Ты чё? Да, блядь. Да, предмет вообще нет. Тут никого нет, только демоны. Сокрушает друга. Идите сюда. Будь осторожен. Да вы вообще меня слушаете? Я тебе не верю, мразь. Вперед, вперед. Еще немного. Да, молодец. Постой. А что? Тут открылась потайная дверь. И сделал это канцлер. Если это приблизит нас к Нокту, я бы рискнул.
Где это мы? Не знаю, но пол неровный. Осторожнее. Вряд ли они предполагали, что их зверушки могут вырваться из клеток. Даже демоны вряд ли смогли бы сами сбежать из столь охраняемого комплекса. Скорее, хозяин их выпустил. Так, смотрю, там очень весело. Что, свихнулись или как? Кажется, мы нашли центр управления. Вся стена в мониторах и рычагах. Изображение с камер наблюдения. Переключить что-нибудь можно? Зато сохранить нельзя. Я в технике не особо разбираюсь. Но... А это что? Похоже, они стерли все записи с видеокамер. Все? Погоди-ка. Они забыли удалить одну запись. Или специально для нас оставили. Значит, надо посмотреть. Возможно, она подскажет нам, где ногти Промпта. Вручила их королю. Ведь он их законный владелец. И скоро он воспользуется ими, чтобы очистить наш мир от скверны. Но кристалл, он мой. Я истинный король. Король Ноктис. И никто другой. И уж точно не тот, кто стал марионеткой демонов? Значит, ты умрешь. Хуя. Так ты пришел.
Ноктис. Твоя вся сила богов. И вот я тебе, меч Ригиса, вручаю. Избранный король. Светоч. Мир. Руку ему отрубил. Какой ты скучный. Хотя поначалу это было даже интересно. Ты тоже пытался спасти мир, но силёнок не хватило. Кристалл выбрал не тебя. Это больно? Быть отвергнутым, да? Это был Нокт? Нет. Этот поганец принял его облик. Значит, Равус хотел вернуть меч его величества. Видимо, он пересилил обиду. И даже назвал Нокта королем. Идем. Если он сотворил такое с Раусом, то что будет с Ноктом? Похоже, Арден тянет время. Нам нельзя терять ни минуты. Нужно найти Нокта раньше него. Я по-прежнему не могу сохранить. Это плохо. Потому что время подходит к концу. Мне же надо как бы бежать. Похоже на грузовое отделение. Значит, есть вероятность, что когда-то здесь побывал Кристалл. Тут есть лифт, на котором его могли привезти. Здесь точно нет. Может, дальше будет? Блять. Yeah.
Иди сюда! Понятно. Даже контрольных точек нету, да? Загрузка. Контрольная точка. Скорее всего, там они и держат кристалл. Ну-ка, если, допустим, загрузить. Простое бремя. Скорее всего, Нокт направляется туда же. Больше вроде мне ничего не светится. Пора закругляться. Все, контрольная точка. Ну, я думаю, блин, отсюда где-нибудь... Сохранить я никак не могу, блядь. Что за жопа? А, блядь. Так.
Че за хуйня? Тихо. А где же все? Вымерли все. Так. Какая-то подозрительная тишина. Каково это быть бессильным? Ты и самому себе помочь не можешь, не то что друзьям. Надо их найти как можно быстрее, где бы они ни были. Неужели ты не чувствуешь, что тебя ждет? Не похоже на обычных магитехов. Утомительно, наверное, все время бежать. У короля магия могла бы быть и получше. Могла бы, но видишь, нету. Они чем-то отличаются. Что-то в них не так. Конечно, что-то в них не так. Это и дебилу, блядь, заметно. Тут кто-то голышом бегает? Thank you.
Так. Рыбалка, ну конечно. Сохранено. Сохранено сам. И опять же, да? Пойти другим путем. Ундиос Игнис. Ноктис. У них все имена заканчиваются. Они эти британцы, наверное, да? Нет, подожди, кто это? Галы, галы, блядь. Галы. Так. Нет. Ладно, не хочу я переключаться, потому что я там побегал, там сохраняться нельзя. Пунктов сохранения нету. Просто долго очень бежать. То есть я даже при всем желании я не пью. Все идет прямо как по маслу, правда? Не знаю. Только бы мне тут не заблудиться. Да нет. Здесь линейность, чувак. Эй, пробка! Да это опять этот... Придурок с нами, да? Шутит. А что это у нас тут? Шифрование ключей. Отлично. Так. Уровень доступа повышен до второго. Разрешен доступ к зонам второго уровня. Может, сюда? Ха-ха-ха!
это все. Блокировку вот нажимаешь, и пиздец все наступает, да? Друзья, другим путем. Бедный Промп. Жарковатый, наверное. Ключ не подходит. Данные получены. Уровень доступа 2. Ключ не подходит. Данные получены. Уровень доступа 2. Так, я смогу это прийти? А, не поддается! А, не поддается. Да это же не ты. Ты не можешь быть ты. Пять фокусы! Все сначала. Уровень доступа повышен до 3-го. Разрешен доступ к зонам 3-го уровня. Ты бы видел выражение своего лица. Поторопись, в следующий раз это и правда может быть твой друг. Так, я хочу там комнату обследовать.
Это одна из моих любимых. А ты уверен, что это не он? Не хотелось бы тут ошибиться. Конечно, это нечестно. Блять.